мы находимся в заповедных местах нашей кормилицы среднерусской Волги-матушки. И вот мы натянули такой гавайский парус. Сейчас ждем ветер, и это, я думаю, облегчит наше путешествие, потому что нам не придется грести на нашем замечательном каное, а ветер поможет нам добраться до нашей базы. До стояночки, где наша палаточка стоит. Ну вот, идем под парусом, ну достаточно тяжело управлять веслом, из которого я приспособил как шверц, и одновременно снимать. Ничего, его сейчас вот хороший порыв идет, сейчас пойдем. Заканчивается наш маршрут, и часть его мы гребли на веслах, потому что против течения. А по течению, по ветру, вернее, нам помогал вот парус. Это наш был первый опыт, еще не очень мы знали, как им управлять. Но он нам очень помог в достаточно большую территорию посмотреть и увидеть много интересных птиц околоводных. Видели цаплю, три вида чаек, из них причем две краснокнижные, одна черноголовая, другая сизая. Вот. И поэтому нам удалось еще увидеть много интересного, и птиц, и растений. Так что, если вы хотите тоже увидеть что-то интересное, можно прибегнуть вот к такому приспособлению, как этот гавайский парус. Молодец.